предпочитает более спокойный и созидательный отдых, предлагаю сходить в музей искусств имени Костеева. Там до середины апреля будет проходить выставка под названием «Из вернинских кварталов на проспект Алматы». Представлено на ней более 70 работ самых известных казахстанских художников. На полотнах здания нашего родного города, делающие его таким теплым, неповторимым и узнаваемым. Вернисаж начинается с картины Абылхана Костеева «Медео», что примечательно, за автобусы тогда так высоко не поднимались, поэтому люди шли пешком. На другом же шедевре изображен еще только строящийся тогда гастроном столичный. Особую ностальгию по Алматы испытываешь, смотря на цирк и здание снесенного уже аэропорта. Город меняется, это и разные периоды, разные годы, но очень важно сохранить память в произведениях, в полотнах известных художников, да, для того, чтобы история города оставалась навеки в памяти. Работы же художников-пятидесятников просто наполнены светом. Глядя на них, заряжаешься оптимизмом. А вот еще один экскурс в историю 80-х. Художник запечатлел момент возведения алматинских микрорайонов. Готов на работе Калмыкова просто шедевр. Или же площадь Абая, когда там еще не было Дворца Республики. На картинах такой разной Алматы, от изображенных на полотнах деревянных домов до стеклянного Нурлытау. Этот вернисаж как летопись мегаполиса, которому мастера кисти признаются в любви.